Обращаясь в службу лицензионно-разрешительной работы, при перерегистрации продления оружия необходимо предоставить следующие документы. Медицинское заключение, форма 046. Ксерокопию старого разрешения на гладкоствольное или оружие самообороны. Ксерокопии паспорта и охотничьего билета. Фотографию размер 3x4. При этом при себе необходимо иметь огнестрельное оружие, на которое составляется акт осмотра. Несколько иной порядок при перерегистрации травматического и газового оружия. Его владельцам предстоит сдача экзаменов. То есть они должны поехать в Тамбов. У нас там находятся два центра. Это на базе ТГУ имени Державина и также на базе школы подготовки частных охранников «ВИТИСЬ». Там они предоставляют документы. Это два фото 3x4, ксерокопия паспорта и сдают экзамены. После чего им выдается акт о проверке знаний. И с этим актом потом они приходят к нам, и на основании этого мы перерегистрируем и продлеваем разрешение. Определен срок подачи заявления – за месяц. Следует отметить, что штраф за нарушение административного законодательства увеличился. Те, кто вовремя не оформил документы перерегистрации, могут потерять от 1 до 3 тысяч рублей. Ирина Мерзлякова, Александр Трегубов для рубрики «В рамках закона».